Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер. В студии Виктория Царева. Прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. Власти определяют модели изменения механизмов предоставления компенсации за энергоресурсы на холодный период года. После бури, пронесшейся над несколькими районами страны в среду, на местах оценивают ущерб. Пострадали десятки домохозяйств. Во время пожаров, заселенной мигрантами многоэтажки в южноафриканском Йоханнесбурге, погибли свыше 60 человек. Ураган Идалия, ударивший по юго-востоку США, оставил более 245 тысяч человек без электричества, отменено почти 1000 авиарейсов. Компания «Энергоком» сообщает, что завершила третий этап конкурса по определению поставщиков природного газа в первом полугодии 2024 года. На этом этапе 8 европейских операторов прошли предварительную квалификацию и смогут участвовать в тендерах, организованных «Энергокомом» для покупки голубого топлива. Всего на третий этап было подано 11 заявок. Согласно пресс-релизу, отобраны компании из Греции, Румынии, Болгарии, Швейцарии, Франции и Австрии. Для отбора компании должны были иметь опыт покупок и поставок природного газа, возможность поставлять достаточные объемы необходимого газа, представить соответствующие лицензии и документы, подтверждающие возможность работы на территории Румынии и Украины, а также иметь хорошую репутацию. Каждая компания оценивалась индивидуально, даже если они входят в группы компаний. При этом в «Энергокоме» уточняют, что на первом и втором этапах предквалификацию прошли еще 7 компаний. Они примут участие в аукционах, которые проводит «Энергоком» по закупке природного газа для обеспечения потребностей потребления в первом квартале следующего года на основе заявок АО «Молдовагаз». Конкурс проводился в рамках проекта «Безопасность газоснабжения» в соответствии с положением, утвержденным Европейским банком реконструкции и развития. В отопительный сезон 2023-2024 годов семьи с низкими доходами получат государственную поддержку. При этом существует несколько логичных моделей определения степени уязвимости. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Алексей Бузу. Министр утверждает, что власти на этот сезон поставили две цели. Если цены на энергоносители будут ниже, нам нужны эти две категории, которые относятся к крайней уязвимости и основной категории неуязвимых потребителей. Таким образом, мы получим распределение всех домохозяйств по этим категориям через две переменные – доход домохозяйства и цена, которую домохозяйство будет платить за энергоноситель. По словам Бузу, если домохозяйства будут использовать более высокую долю дохода для покрытия основных расходов, то степень уязвимости пропорционально увеличится. Хотя деньги, выделенные на компенсацию, это государственные деньги, которые можно было бы инвестировать в инфраструктуру или региональное развитие, отметил Бузу. Очень важно понимать, что деньги для компенсации – это государственные деньги, которые имеют альтернативную стоимость. Каждый лей, который мы отдаем на компенсацию – это на лей меньше на дороги, инвестиции, развитие общества, образование и так далее. Затем в правительстве мы должны сбалансировать эти цели. Бузу также уточнил, что гражданам необходимо перерегистрироваться на сайте компенсации.gov.md, чтобы указать свои доходы. Всем людям придется регистрироваться еще раз, потому что изменились доходы, произошли изменения, и в системе должна быть эта информация. Надеемся, что все будет проще. Напомним, в отопительный сезон 2022-2023 годов более 600 тысяч домохозяйств были отнесены к категории очень высокой энергетической уязвимости. В 2023 году на предоставление помощи на холодный период года и выплату компенсаций за энергоресурсы малообеспеченным семьям предусмотрена сумма более 893 миллионов леев. Как и предупреждали синоптики, на смену жаре пришли кратковременные дожди. Однако, если где-то уже через несколько минут от них и следа не осталось, то на севере их еще долго будут помнить. Над несколькими населенными пунктами Гладянского и Ханчежского районов разразилась настоящая буря. В считанные минуты сильный ветер снес крыши с домов, а ливни с градом затопили домохозяйства.
Как сообщает портал tvn.md, в селе Чучуля Гладянского района стихия повалила деревья. После ливней потоки воды неслись такой силой, что смывали участки дорог. Ветер, шутя, срывал с крыш листы шифера. Здесь два листа унесло, там половину. Всего же пришлось заменить из кусков четыре листа. Сильный ураган был, когда меня не было дома. И так у всех в округе. У соседей все сорвало. Примар села Чучуля Илья Калистру говорит, что созвал специальную комиссию, которая обошла все пострадавшие от непогоды дома, оценивая ущерб. Всего за несколько минут, каких-то пять минут, бушевала буря в селе Чучуля. Мне много людей звонило, граждане сообщали, что у них унесло шифер с крыш домов, с пристроек. Сегодня мы сформировали комиссию по чрезвычайным ситуациям, пригласили в нее и представителей из районного совета. В результате проливных дождей и сильного ветра в селе Чучуля были повреждены крыши пяти домов и пристроек, в которых содержатся животные. В общей сложности были разбиты 100 листов шифера. На месте работает районная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая оценит нанесенный погодой материальный ущерб. В Хинчежском районе также приступила к работе комиссия по чрезвычайным обстоятельствам, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией в ряде населенных пунктов. В результате урагана пострадали два населенных пункта, в том числе село Первомайское, сорванные и повреждены крыши 8 домов, а также крыши загонов для овец. Всего повреждено 200 листов шифера. В селе Бужор сорваны и повреждены крыши 3 домов. Всего повреждено 45 листов шифера. Представители Госгидрометеослужбы сообщают, что в ближайшие дни сохранится высокая температура и дождей не ожидается. Наступающие выходные 1, 2 и 3 сентября Молдова будет находиться во власти антициклона, так что осадков не ожидается. Температуры будут довольно высокими – от 26 до 32 градусов в течение всех трех дней. Ночи порадуют нас комфортными температурами от 13 до 23 градусов. При этом синоптики прогнозируют слабый ветер, и, по их словам, погода без осадков сохранится до 6 сентября. В этот период столбики термометров не будут подниматься выше 34 градусов тепла. Новая китайская выставка вновь открывает свои двери для экономических агентов из Молдовы. Речь идет о 134-й по счету китайской экспозиции импорта и экспорта 2023, которая пройдет с 15 октября по 5 ноября. Об этом сообщили представители торгово-промышленной палаты «Молдова-Китай». Это колоссальное событие, в котором хочет принять участие каждый. Мы говорим о пространстве площадью 2 миллиона квадратных метров, где расположены выставочные стенды. Так что это что-то очень большое. Китайская выставка импорта и экспорта – одна из самых известных выставок международного уровня, которая проходит в Китае. И территория, на которой будут присутствовать участники выставки, очень большая. На первом этапе выставки с 15 по 19 октября будет представлена химическая продукция и обрабатывающее оборудование, а также крытая и уличная сельскохозяйственная техника. На втором этапе с 23 по 27 октября будут представлены строительные материалы и декор, особенно для экономических агентов в мебельной сфере. На третьем этапе с 31 октября по 5 ноября будут представлены изделия медицинского назначения и устройства для ухода за здоровьем, детские товары и предметы одежды. 31 августа в Республике Молдова отмечается День румынского языка. В этом году, чтобы отметить его, правительство Кишинева организовало большой национальный диктант, в котором приняли участие сотни жителей страны. Перед началом диктанта к собравшимся обратилась президент Майя Санду. Молдовени însăși doresc să trăiască liber, în pace și înțelegere pe propriul pământ.
Молдаване хотят жить свободно, в мире и взаимопонимании на своей земле. Румынский язык должен объединить нас в этом стремлении. В марте мы обнародовали закон, который предусматривает замену в законодательстве словосочетания «молдавский язык» на румынский. Благодаря этому закону мы выполнили требования почти 1 миллиона молдаван, выдвинутое ими еще в 1989 году. Этим законом соблюдается решение Конституционного суда и текст Декларации независимости Республики Молдова. Текст большого национального диктанта, который участники писали под открытым небом в сквере театра оперы и балета, был выбран на основе конкурса эссе. Тема «Почему Молдова должна стать частью Европейского Союза». Мне очень хотелось написать диктант. Я их не писала, наверное, со времен, когда училась в педагогическом училище в Клараше. Так что пришла писать диктант с большим удовольствием. Скажу честно, немного дрожала ручка в руке, когда писала, потому что в любом случае волнуешься в такие моменты. Ждет нам посла Асфелди Евенимент, Рафорт Интересант. Никогда не был на таких интересных мероприятиях. Действительно, я не говорю на румынском языке, у меня родной русский, но я пришел, потому что было интересно, в том числе интересно послушать людей, узнать, что они делают. В первую очередь, возможность присутствовать на национальном диктанте – это большая честь. Конечно, это очень волнующе. Начнем с того, что я довольно давно закончила школу, так что, если честно, сейчас чувствую себя как на экзамене. Пришла, у меня от волнения сердце сжалось, но ради эмоций, ради праздника я должна была это сделать. Ну а начинался праздник по традиции с церемонии возложения цветов к бюстам на аллее классиков в парке имени Штефана Челмари. Рано утром сюда пришла команда мэра Кишинева воздать честь поэтам и писателям, внесшим свой вклад в развитие, сохранение чистоты и популяризацию языка. В Кишиневе был организован также ряд культурно-массовых мероприятий. Возложили цветы к бюсту Михая Минеску на аллее классиков, а также к памятнику Донни Иону Алде Теодорович и министры культуры с обоих берегов прута. Ралука Цуркан совершает в эти дни рабочий визит в нашу страну. Для меня большая честь и радость, что в эти важные для всех румын дни в нашей стране присутствует министр культуры Румынии Ралука Цуркан. Утром мы возложили цветы к бюсту Михая Минеску на аллее классиков, а затем и к памятнику Дойни Иону Алде Теодоровичам, которые стали символом национального возрождения. С днем рождения всех, кто выбирает любить, выражать свои эмоции, выражать свои чувства, желания на румынском языке. Между тем, молдавские официальные лица, а также дипломаты, аккредитованные в нашей стране, также поздравили граждан с национальным праздником. И пока одни чиновники громко заявляли, что празднуют День румынского языка, другие утверждают, что празднуют День молдавского языка. Посол ЕС в Кишиневе Янис Мажейк исполнил на румынском языке песню в стиле рок, написанную на стихи поэта Григория Виеру. Посол США в Республике Молдова прочитал вместе с поэтом Василием Романчуком стихи из поэзии известного писателя «Как будто тебя слушает Еминеску». Фарадиграй кафаракасо, кум сатраешт, кум сареспир. Сацифия атет де драг кувентл, инкет атунш кэнд ил ростешт. Сакрез ка инсуш эминеску, аскулта чей ши кум форбешт. Бывший башкан Гагаузии Ирина Влах также направила поздравительное послание по случаю Дня румынского языка. Ну, мя фост фарти ушор.
Dar diminețele care începeau pentru mine la ora 6... Мне не было легко. Мое утро начиналось в 6 часов с занятий по румынскому языку, и они не прошли даром. Да, я гагаузка по национальности, но благодаря тому, что я начала думать и говорить на официальном языке государства, я считаю себя бесповоротно интегрированной в среду бессарабско-молдавско-румыноязычных. И это должно стать желанием каждого гражданина Республики Молдова, живущего на этой земле. Меня не обижают синтагмы «румынский язык» или «молдавский язык». Я понимаю, что это не столько научное, сколько политическое давление. Пресиуня, ну, а ты штинцифика, как политика и на час сенс. А некоторые политики заявляют, что празднуют день молдавского языка, в том числе бывший президент страны Игорь Дадон. От наших родителей через наши традиции мы унаследовали этот край, идентичность, религию и красивый, сладкий, как мед, язык. Думаю, три ключевых слова представляют идентичность нашего народа. Молдова, молдаване, молдавский. Так гласят обычаи, так было провозглашено в Конституции, так говорят наши старейшины, хранящие в своей памяти живую историю этого народа. Тем временем представители внепарламентских партий и другие молдавские чиновники опубликовали сообщение по случаю Дня румынского языка. Министр экономики Дмитро Алайба также опубликовал таблицу заданий для граждан, в которой призвал их назвать слова, относящиеся к экономической сфере. За жизнь около 70 лет человек произносит около миллиарда слов. Это означает, что наши общие слова повторяются более 666 тысяч раз. Однако, стремясь обогатить наш словарный запас и изучить новые аспекты румынского языка, мы рекомендуем вам искать слова, которые реже встречаются, но имеют отношение к области экономики. Румынский язык призван превратить нас из личностей в часть единого целого, и мы должны помогать, учить его, уважать и говорить красиво. Согласно закону парламента Республики Молдова номер 52 от 16.03.2023, во исполнение некоторых решений Конституционного суда, постановление парламента Республики Молдова номер 433/1990 о памятных днях, праздниках и днях отдыха в Республике Молдова, текст «Наш язык» был заменен текстом «День румынского языка». В целях популяризации культурного наследия 2 и 3 сентября в Пятра-Нямц, Румыния, пройдут Дни Кишинева. Организатором события выступает мэрия Кишинева. Культурные и художественные мероприятия пройдут в рамках фестиваля искусств «Нямц». 2 сентября состоится выставка картин бессарабских художников, членов Союза художников Республики Молдова. Место проведения – Куртя Домнянска, Пятра-Нямц. Вечером на площади Либертеции в Пятра-Нямц состоится концерт муниципального оркестра Камерата Кишинев. 3 сентября открывается выставка Камаша Куалтица, Дин Республика Молдова, автор Олеся Инаки. Место проведения – Художественный музей Пятра-Нямц. Состоится и презентация книг «Риторика вестиментара», «Камаша Куалтица» и «Креатори, Пуртеторщи, Адмиратори Айкустумулой традиционал Динсиколул Алдо Узечеля», автор Варвара Бузила. Место проведения – Художественный музей Пятра-Нямц. Вечером всех участников фестиваля ожидает музыкальная программа, представленная группой «Лупи Луи Каланча». Напомним, впервые мероприятие «Дни Кишинева» было организовано в Румынии в Бузеу. Затем оно продолжалось каждый год во многих городах, с которыми у столичной мэрии сложилось хорошее сотрудничество. В целях борьбы со злоупотреблением новыми веществами и снижения рисков их употребления обновлен перечень наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров. Соответствующее решение было одобрено правительством. Внесенные изменения касаются пополнения списка 640 новыми позициями. Необходимость обновления списка обусловлена диверсификацией и расширением спектра психотропных и наркотических средств, в том числе появлением синтетических наркотиков, представляющих потенциальную опасность для здоровья населения. Введенные меры направлены на контроль и ограничение использования этих препаратов на основе классификации их терапевтической ценности, риска злоупотребления и опасности для здоровья. По словам представителей здравоохранения, изменения, внесенные в нормативную базу, соответствуют решениям Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам, которая является основным органом, отвечающим за глобальную наркополитику в рамках ООН и наделенным полномочиями принимать решения об утверждении предлагаемых изменений в международные списки наркотических и психотропных веществ.
Антикоррупционная прокуратура ведет несколько дел о незаконном финансировании политических партий. В интервью частному порталу Вероника Драголина отметила, что учреждение предполагает, что в период местных выборов может произойти больше нарушений, связанных с необоснованным использованием финансовых ресурсов или подачей ложных отчетов в ЦИК. В интервью «Свободной Европе Молдова» глава антикоррупционной прокуратуры заявила, что речь идет как минимум о 5-6 отдельных делах, в которых лица, представляющие руководство партии, сознательно допускают незаконное финансирование со стороны организованной преступной группы. Называть имена и название партии Вероника Драголин отказалась. На данный момент у нас было несколько расследований, начатых в разное время, конкретно, которые касаются преступлений, связанных с незаконным финансированием политических партий. Здесь есть несколько преступлений, например, такие как получение финансирования от ОПГ, подача ложных отчетов в Центр избирком, подкуп избирателей, финансирование политических партий из запрещенных источников. Таким образом, у нас антикоррупционных прокуроров есть больше дел по нескольким политическим партиям. Вероника Драголин также полагает, что с приближением даты осенних местных выборов могут возникнуть и другие нарушения, связанные с финансированием политических партий. Поэтому расследования будут продолжены в ходе самой избирательной кампании. Например, в период избирательной кампании партии обязаны каждую неделю подавать в ЦИК отчеты о расходах партии и их финансировании, которое является доходом партии. Если в период этой кампании партия представит отчет, содержащий ложную информацию, это будет являться преступлением, связанным с незаконным финансированием политических партий, то есть представлением ложного отчета. Это такое же нарушение, за которое дело депутата Марина Таубер из партии ШОР были отправлены в суд. Вероника Драголин заявила, что в Молдову до сих пор поступают большие суммы грязных денег, которые используются для финансирования политической деятельности. В пример она привела партию ШОР, которая недавно была объявлена в стране неконституционной. По версии прокуроров, в 2022-2023 годах партия получила 195 миллионов леев из-за рубежа. В самом политформировании считают, что все усилия госучреждений по ее выводу из молдавского политического поля носят политический характер. Внутриполитический кризис в Гагаузии остается одной из самых обсуждаемых тем молдавской информационной повестки. Несмотря на утверждение структуры Народного собрания автономии, депутатам так и не удалось прийти к общему знаменателю по его составу, предложенного Башканом Евгении Гуцу. По мнению вице-председателя НСГ Александра Тарнавского, существует вероятность того, что Камрад отдалится еще дальше от Кишинева. В итоге автономия будет лишена части финансирования из центра, а само Народное собрание Гагаузии даже может быть распущенным. В интервью порталу Дискиди МД вице-председатель НСГ Александр Тарнавский подчеркнул, что сложившаяся ситуация между Башканом и Народным собранием отдалит Камрад еще больше от Кишинева. Как бы то ни было, Тарнавский считает, что НСГ не должна утверждать новый состав исполнительного комитета даже под угрозой его распуска. У Башкана есть политический инструмент – роспуск Народного собрания Гагаузии, если в течение 45 дней состав исполкома будет отклонен как минимум дважды. По моим расчетам, этот 45-дневный срок истекает 3 октября. Если к тому времени НСГ не проголосует по составу исполнительного комитета, Башкан может прибегнуть к этому инструменту. Таким образом, каждый из нас должен осознавать, что проголосовав против исполкома, НСГ может быть распущенным. Мое личное мнение – надо идти до конца и не утверждать этот состав исполкома, даже если есть риск распуска НСГ. Сама Башкан Гагаузии Евгения Гуцул затянувшуюся процедуру назначения исполкома автономии назвала «мыльной оперой». Тем не менее, большинство депутатов НСГ и на заседании от 25 августа не были согласны с позицией нового Башкана и составом предложенного исполкома. И если вы думаете, что вы будете нас, гагаузов, учить, вы об нас зубы сломаете. Это я вам гарантирую здесь. Я разочарована сегодняшним заседанием. Поэтому я вам одно хочу сказать, что я буду делать то, что посчитаем нужным. Поэтому я не вижу смысла в рамках закона, господин Кёся. В рамках закона. Мы всегда действуем в рамках закона. И я не считаю, я не хочу больше сидеть и быть в этом заседании.
Напомним, что депутаты НСГ несколько раз отказывались обсуждать темы, связанные со структурой и составом нового исполкома, из-за того, что в предложенный список включены в том числе люди, связанные с Илоном Шором. 25 августа депутатам удалось утвердить лишь структуру исполкома, предложив Башкану изменить список его членов, и только после этого запросить голосование Народного собрания Гагаузии. Более 3 часов была парализована в ночь на четверг работа контрольно-пропускного пункта в Леушенах. Пограничный пункт оказался обесточен, вышло из строя электрооборудование. И на въезд, и на выезд образовались огромные очереди. Как сообщили в пресс-релизе, таможенная служба и пограничная полиция, сотрудники перешли на ручные проверки, чтобы сократить время ожидания. О возникшей проблеме пограничная полиция сообщила в своем телеграм-канале около 9:30 утра, призвав граждан по возможности избрать другие КПП. Чтобы справиться с возросшим потоком путешественников и транспортных средств, пограничная полиция совместно с таможенной службой реализует ряд мер. Переход на ручной порядок контроля. В этом смысле используется мобильное устройство считывания документов. Дополнено количество сотрудников первой линии контроля. Команда технических специалистов все еще работает над устранением недостатков. К 00:30 таможенная служба сообщила, что проблема решена и КПП вернулся к обычному режиму работы. Техническая группа установила, что произошло короткое замыкание в подземных кабелях, проложенных еще в 90-е годы, питающих некоторые вспомогательные помещения таможенного поста, что не позволило запустить генераторы. Кабели отключены от общей системы, электроснабжение на таможенном посту полностью восстановлено. При этом в ближайшее время будут проведены работы по замене старых кабелей, но до тех пор на деятельность станции это не повлияет. Отметим, по сообщению погранполиции, контрольно-пропускной пункт в Леушенах остается самым востребованным у пересекающих границу. Только 30 августа здесь зафиксировано 10 тысяч обращений. Военнослужащие первого контингента национальной армии, дислоцированного в составе миссии временных сил ООН в Ливане, вернулись домой. 32 миротворца приземлились в среду в международном аэропорту Кишинева, где их приветствовали несколько официальных лиц, дипломатов и родственников. В течение 6 месяцев своего мандата миротворцы национальной армии выполняли задачи по обеспечению безопасности, охране военных объектов и патрулированию зоны ответственности. Следует отметить, что это первая миротворческая операция под эгидой ООН, в которую Республика Молдова направила военный контингент. Ранее национальная армия участвовала в миссиях ООН только в составе военных наблюдателей и штабных офицеров. Поприветствовать вернувшихся военных на церемонию в международном аэропорту Кишинева приехали посол Италии в Кишиневе Лоренцо Томасони, постоянный координатор ООН в Республике Молдова Саймон Спрингет и министр обороны Молдовы Анатолий Носатый. Они поблагодарили миротворцев за профессионализм, который они продемонстрировали во время миссии ООН в Ливане. Каждый из 32 миротворцев был хорошим послом нашей страны за рубежом и дал понять, что национальная армия хорошо обучена и совместима с армиями, участвующими в миссиях ООН. Решение об участии контингента национальной армии в миротворческой операции в Ливане было одобрено парламентом Молдовы в ноябре 2021 года. 4 граждан Молдовы, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии 26 августа в румынском уезде Браила, доставлены в Кишинев при взаимодействии службы СМУРТ, сотрудников МВД и Министерства здравоохранения. 3 бригады СМУРТ из ГЧС, а также бригада врачей Республиканской службы Авиасан Института неотложной медицины в Кишиневе забрали пострадавших из клинической больницы скорой помощи округа Браила и благополучно доставили их в Кишинев. По прибытии в столицу пациенты были госпитализированы в Институт скорой помощи для дальнейшего лечения. Во время пути за людьми наблюдали специалисты, оказывая им всю необходимую поддержку. Смешанные экипажи преодолели свыше 540 километров, чтобы безопасно забрать и перевезти граждан нашей страны. Напомним, ДТП произошло в ночь на 26 августа. Туристический автобус с 73 пассажирами из Молдовы врезался в прицеп грузовика, припаркованного на обочине. В результате удара 19 человек получили различные травмы, из них 9 пострадавших были госпитализированы в уездную больницу Румынии для оказания медицинской помощи. Почти 10 тысяч детей отдохнули этим летом в лагерях подведомственных мэрии Кишинева. Четверть из них получили путевки бесплатно, уточнили в администрации столицы.
В этом году дети смогли отдохнуть в дневных лагерях, организованных при школах, в трех постоянных лагерях за городом, в спортивных лагерях и в нескольких спеццентрах или в тематических лагерях центров общения для детей и подростков. По данным мэрии Кишинева, этим летом в столичных лагерях отдохнули более 9900 детей. Из них около 2500 получили бесплатные путевки. Затраты на организацию мероприятий и отдыха в летних лагерях и специализированных центрах составили более 33 миллионов 700 тысяч леев, что на 2 миллиона 800 тысяч больше, чем в 2022 году. Только на подготовку лагерей к летнему сезону в этом году муниципалитет потратил 4 миллиона 800 тысяч леев. По инициативе Минобороны правительство поддержало проект решения о внесении изменений в положение о делегировании работников предприятий Молдовы. Документ предусматривает увеличение суточных контрактников национальной армии, дислоцированных в составе военного контингента в зоне безопасности Молдовы, со 100 до 200 леев в день. Финансовые средства, необходимые для реализации проекта, предусмотрены в бюджете Минобороны. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». В конце прошлого года количество банковских карт, находящихся в обращении, выпущенных поставщиками платежных услуг в стране, составило более 2 миллионов единиц. Национальный банк Молдовы отмечает, что за последние 5 лет количество бесконтактных карт увеличилось примерно в 3 раза, что способствовало постепенной замене гибридных карт, которые, в свою очередь, ранее заменили карты с магнитной полосой. Сотрудничество в сфере образования, перспективы развития новых проектов на всех уровнях образования, а также возможность внедрения лучших европейских практик. Эти темы обсудил министр образования Дан Перчун со своей коллегой, министром образования Румынии Лиджей Дека. Перчун выразил благодарность за поддержку инвестиций Румынии в систему образования нашей страны. Стороны также обсудили повышение доступности качественного образования во всех учебных заведениях страны, содействие изучению румынского языка на национальном уровне. Замкомандующего Генинспектората карабинеров полковник Думитрус Курту провел встречу с атташе государственной полиции Израиля Паулем Тимковским. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, активизацию усилий по перениманию передового опыта, технологий и стратегий в сфере институциональной безопасности, правопорядка и общественной безопасности. В завершении встречи чиновники выразили готовность к развитию отношений сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. На необычный случай выехали спасатели ГИЧС. В селе Хаджимус Каушанского района им пришлось спасать собаку, которая упала в колодец глубиной более 3 метров. За 10 минут им удалось вытащить щенка на поверхность целым и невредимым. Другой случай произошел в городе Каушаны. Там спасатели выловили в квартире змею. По данным ГИЧС, владелец квартиры заметил змею на кухне и позвонил в службу 112. Спасатели выловили рептилию и выпустили в реку Ботна. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Немецкие компании все меньше верят в успех энергетического перехода. Об этом заявили в Федеральном объединении торгово-промышленных палат, сославшись на результаты собственного опроса среди 3500 немецких фирм и компаний. Как следует из опроса, 52% немецких компаний полагают, что переход к климатической нейтральности в Германии будет иметь негативные или очень негативные последствия для их бизнеса. Лишь 13% из них настроены оптимистично или очень оптимистично, пишет Deutsche Welle. Созданный в Федеральном объединении торгово-промышленных палат барометр энергетического перехода в настоящее время находится на отметке минус 27 на шкале от минус 100 до плюс 100 пунктов. В последние 2 года этот показатель составлял лишь минус 7, если прежде компания
компании видели для себя новые возможности в энергетическом переходе, то теперь во всей немецкой экономике преобладают опасения по поводу рисков, констатировал замглавы организации Ахим Диркс. Тем временем 7 федеральных земель, в которых находится много предприятий энергоемкой химической промышленности, требуют от властей Германии спасти индустриальный сектор и предотвратить бегство промышленников в другие страны, пишет издание «Шпигель». Среди прочего, земли требуют конкурентоспособной на международном уровне цены на электроэнергию. Высокие цены на энергоносители усиливают международную конкуренцию между регионами и затрудняют инвестиции в технологии, нейтрализующие выбросы парниковых газов. Особенно страдает химическая промышленность. Отток энергоемких отраслей, включая химическую, фармацевтическую, стекольную, металлургическую, бумажную, приведет к значительному ущербу для экономики Германии, предупреждают представители 7 федеральных земель. Ранее стало известно, что правительство Германии намерено вложить более 177 миллиардов евро за несколько лет в развитие экологически чистой энергетики. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что переход на возобновляемые источники энергии не только станет важным шагом в борьбе с изменениями климата, но и поможет Германии преодолеть нефтегазовую зависимость от России. Средства на осуществление плана не затронут федеральный бюджет. Они будут поступать из специально созданного фонда, а также из штрафных отчислений за выбросы парников. Газов. Европейский Союз создаст фонд военной помощи Украине объемом 20 миллиардов евро, из которого с 2024 по 2027 годы Киеву будут ежегодно выделять по 5 миллиардов евро на программы вооружения и обучения. Об этом сообщил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран ЕС. По словам Жозепа Борреля, целью является сделать военную помощь Евросоюза Украине более структурированной и отказаться от отдельных выплат из Европейского фонда мира. Эта поддержка должна продолжаться ради восстановления страны, а также чтобы предоставить Украине гарантии безопасности, заявил глава европейской дипломатии. На данный момент Украина получила более 5,5 миллиардов евро военной помощи из механизма, не входящего в бюджет ЕС. Он возмещает странам Евросоюза поставки оружия Украине. Законодательство ЕС запрещает использовать бюджетные средства для военной помощи третьим странам. Кроме того, министры обороны обсудили более широкие аспекты поддержки Украины, включая программу ЕС по поставке 1 миллиона артиллерийских снарядов до конца текущего года. Среди прочего, Боррель предложил расширить рамки обучения украинских солдат и офицеров и подготовить до конца года 40 тысяч военных. В числе прочих, обучением украинских военнослужащих занимается Бундесвер. В Германии они проходят подготовку на зенитных комплексах «Патриот», самоходных гаубицах 2000, боевых машинах пехоты «Мардер», а также основных танках «Леопард-1» и «Леопард-2». Кроме того, украинцев обучают управлению войсками и медицинской помощи. По данным Бундесвера, в тренингах заняты около 1500 немецких инструкторов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг больше не будет соглашаться на продление своего мандата. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN. Комментируя деятельность по расширению Североатлантического альянса за последний год и, в частности, будущее вступление Швеции. Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг, был избран генеральным секретарем НАТО в октябре 2014 года. Он должен был совершить свой срок на посту генсека в конце сентября этого года. В феврале он заявил, что не будет просить продления мандата, но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника. Представители группы военных, захвативших власть в Габоне, объявили в эфире национального телевидения о назначении главы государства на переходный период командующего Республиканской гвардией генерала Бриса Али Гингемы. В это же время тысячи людей собрались на улицах столицы, чтобы выразить свою поддержку военным, объявившим о свержении президента страны. Выступая в эфире национального телевидения, офицеры заявили, что отменяют итоги выборов, победу на которых одержал действующий глава государства Али Бонга Андимба, передает Евроньюс. Он руководил страной с 2009 года. Для него это был уже третий срок, но голосование проходило на фоне насилия. Сразу после закрытия избирательных участков был введен комендантский час. В итоге военные заявили, что намерены положить конец существующему режиму. Это уже не первый переворот в Западной Африке. За последние годы в Евросоюзе выразили глубокую озабоченность происходящим.
Весь этот регион, начиная с Центральноафриканской республики, затем Мали, затем Буркина-Фасо, теперь Нигер и, возможно, Габон, находятся в очень сложной ситуации. Конечно же, министры, сегодня министр обороны, а завтра министр иностранных дел, должны глубоко проанализировать, что там происходит. Габон считался сравнительно благополучной страной. ВВП на душу населения там был одним из самых высоких в Африке. Тем не менее, безработица в стране достигала, по некоторым данным, 40%. Предыдущая попытка переворота произошла в Габоне в 2019 году. Тогда властям удалось арестовать заговорщиков и вернуть себе контроль над ситуацией. Глава Министерства энергетики и углеродной нейтральности Грант Шепс назначен новым министром обороны Великобритании. Он сменил на посту Бена Уоллеса, который в четверг подал Риши Сунаку прошение об отставке, и премьер-министр его принял. В июле этого года Бен Уоллес заявил в интервью «Таймс», что осенью покинет пост главы оборонного ведомства, не будет баллотироваться в парламент и уйдет из политики. Причинами отставки Уоллес называл усталость и долгий срок, проведенный на госслужбе. А вот для 44-летнего Гранта Шепса это уже пятая должность в кабинете министров за год. Он был министром транспорта при Борисе Джонсоне, некоторое время возглавлял Министерство внутренних дел при Ли Страсс и был министром бизнеса до своего нынешнего назначения в правительстве Риши Сунака. Правительство Грузии не согласовало президенту страны рабочей поездки за границу, заявив, что согласно Конституции внешняя политика является прерогативой правительства. Ранее администрация Саломе Зурабишвили анонсировала серию визитов в страны ЕС. Первая встреча была запланирована на 31 августа в Берлине с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Касательно этого визита администрация Зурабишвили 12 июля обратилась к правительству, но ее заявку отклонили. Президенту также отказали в поездках с рабочими и официальными визитами в Украину, Швейцарию, Болгарию, Польшу, Бельгию, Данию, Объединенные Арабские Эмираты, Чехию и Израиль. Правительство отмечает, что согласно Конституции Грузии осуществление внешней политики является прерогативой правительства, а президент наделен представительством. Полномочиями во внешних отношениях только с согласия правительства. Глава фракции парламентского большинства Мамукам Динарадзе заявил журналистам, что у президента нет согласования от правительства, которое по Конституции она должна получать во время международных визитов. Они дают согласие на зарубежные визиты Зурабишвили из-за ее последнего выступления в парламенте, которое якобы противоречило евроинтеграционным устремлениям Грузии. Как отмечается, президент Зурабишвили выступала перед парламентом в конце марта. Тогда она сказала депутатам с трибуны, что не она сама, ни ее цели не изменятся, даже если ей будут угрожать импичментом, судиться против нее в Конституционном суде, запрещать зарубежные визиты или ограничивать контакты с местными властями в регионах. В КНДР провели учения, имитирующие ядерный удар по Южной Корее. Они прошли успешно, сообщает Центральное телеграфное агентство страны. Удары наносились баллистическими ракетами с тактическим ядерным оружием на борту. Они атаковали командные пункты и аэродромы на территории Южной Кореи. За учениями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Согласно прозвучавшему в эфире местного телевидения заявлению Генштаба Корейской народной армии, имитация нанесения ядерных ударов по основным командным центрам и оперативным аэродромам в Южной Корее стала ответным шагом на военные учения, которые Сеул проводил в конце августа совместно с США. В рамках имитирующих маневров Пхеньяном были запущены в море две баллистические ракеты малой дальности, которые взорвались в воздухе на высоте 400 метров над условными целями. Незадолго до начала учений лидер КНДР Ким Чен Ын призвал все предприятия военной промышленности ускорить серийное производство различных видов оружия и техники, а также активно проводить реальные военные учения, чтобы эффективно эксплуатировать новейшие образцы вооружений и техники, передает ЦТАК. Более 60 человек, в том числе один ребенок, стали жертвами пожара в южноафриканском Йоханнесбурге. В ночь на четверг там загорелось пятиэтажное здание. Дом был заброшенным, но в нем незаконно проживали более 200 человек, в том числе нелегальные мигранты. 40 из них были доставлены в больницы. Пламя удалось потушить за несколько часов. Причины возгорания выясняются. Ураган Идалия, ударивший по юго-востоку США, оставил более 245 тысяч человек без электричества. Из-за непогоды в аэропортах было отменено 900 авиарейсов. Несколько тысяч человек покинули свои дома и поселились во временных убежищах.
Несмотря на то, что урагану, выросшему из тропического шторма, понизили категорию мощности с 4 до 1, в 23 районах были объявлены меры по эвакуации. Порывы ветра в районе Киттон-Бич достигали 205 км в час, передает Евроньюз. Губернатор Рон ДеСантис призвал жителей не идти на неоправданный риск и не выходить на улицу в разгар стихии. Если там, где вы находитесь, спокойно, это может быть связано с тем, что вы попали в центр циклона. Это так называемый глаз бури. Погодные условия будут стремительно меняться, поэтому где бы вы ни находились, забаррикадируйтесь в своих домах. Не надо недооценивать опасность, это очень мощный шторм. Большинство жителей прибрежных районов прислушались к предупреждению об эвакуации, но некоторые, находящиеся в глубине материка, посчитали, что могут не беспокоиться, ведь предыдущий ураган обходили их стороной. Несмотря на это, Идали оказалась гораздо менее разрушительной, чем предполагалось ранее. В настоящее время основное внимание уделяется расчистке завалов и восстановлению энергоснабжения сотен тысяч домов. Дорожный патруль сообщил о смерти 2 человек в результате ДТП, связанных с погодными условиями. Как сообщают в Национальном ураганном центре, все указывает на то, что Идали постепенно ослабевает по мере продвижения вглубь штата, а также по направлению к соседним Джорджии и Южной Каролине. В то же время метеорологи отмечают, что наступившее голубое суперлуние может поднять приливы и отливы выше обычного уровня. Органы здравоохранения Великобритании предложили повторную вакцинацию от коронавируса, чтобы противостоять новому подварианту BA.2.86, пишет Financial Times. С 11 сентября прививать начнут наиболее уязвимые слои населения, чтобы дать людям большую защиту от тяжелого течения заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения, к середине августа заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 63%. Самый большой всплеск был зафиксирован в Западно-Тихоокеанском регионе на 97%. ВОЗ подчеркнула, что COVID-19 продолжает оставаться серьезной угрозой и призвала поддерживать борьбу с его распространением, в том числе проводить бустерную вакцинацию. В Венеции открывается знаменитый Венецианский кинофестиваль, который в этом году пройдет без участия многих голливудских звезд. Они не появятся на красной дорожке из-за продолжающейся забастовки актеров и сценаристов в Голливуде. В Венеции развернули красную ковровую дорожку и с шиком открыли знаменитый кинофестиваль. Это мероприятие, наполненное итальянским и европейским колоритом, как никогда ранее имеет сейчас принципиальное значение в связи с забастовкой голливудских актеров, начавшейся на прошлой неделе. Председатель жюри, американский режиссер Дэмьен Шазель, поддержал стачку и встал на защиту кино как искусства, а не как контента для содержания каналов. Юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль открылся итальянским фильмом о Второй мировой войне «Команданты», который за заменил картину Луки Гуанданино. Ее пришлось снять с показа в связи с забастовкой сценаристов и актеров США. В фильме рассказывается, как во время Второй мировой войны подводники не подчиняются приказу и спасают своих врагов. Но главной темой для обсуждения на Лида стало включение в программу картин 3 скандальных режиссеров – Романа Полански, Вуди Аллена и Люка Бессона. Как их работы будут восприняты, пока неизвестно. Премьеры состоятся в ближайшие дни. На этом выпуск завершен. Впереди вас ждет интересная и развлекательная программа, фильмы и сериалы. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.